Дополнительно 6 автомобилей скорой помощи получит Хакасия. Уже известно, куда поступят машины. Автопарк обновят в Саяногорске, Черногорске, Абазе, в Сорске и в поселках Туим в Ширинском районе и в вершине Тёи в Аскисском районе. Напомню, последний раз Хакасия получала новые скорые в 2016 году. Тогда нам было выделено 7 автомобилей.